Хороводы, народные песни, танцы, яркие костюмы. На сцене концертного зала Захаровского дома культуры воспитанники Большевиземской детской школы искусств. Здесь организовали первый детский фольклорный праздник русской песни «Живой родник». То, что мы сейчас видим на сцене наших детишек, то, что они продолжают традиции русского народного творчества, русской песни, русского танца, это обнадеживает, что мы сохраним русскую культуру надолго. А сохраним ее на века в нашей большой национальной стране. В течение 2 недель ребята вместе со своими педагогами усиленно готовились к выступлению, репетировали на сцене Дома культуры. Для представления подобрали и соответствующие декорации. Зрители остались в восторге. Настоящий праздник, фейерверк детского фольклорного творчества. Огромная благодарность наставникам Большевиземской детской школы искусств под руководством Вячеслава Викторовича Мальцева. Желаем огромных успехов, радовать своими выступлениями все площадки не только Одинцовского городского округа, но и за его пределами. Ну и есть с кого брать пример. Пример брать действительно есть с кого. Вместе с ребятами на сцене их наставники, педагоги по народному вокалу и музыкальному сопровождению. «Живой родник» решили провести в Захарове, который уже давно ассоциируется с большими народными гуляниями. Здесь регулярно проводят пушкинский праздник, а Масленица в деревне Захарова более чем за 20 лет существования уже стала визитной карточкой округа. Еще одним регулярным фольклорным праздником может стать и «Живой родник». В дальнейшем мы хотим, чтобы участвовала не одна школа искусств, как сегодня Большевиземская, участвовали и школы искусств, где есть народные отделения, и участвовали дома культуры наши, в которых есть детские фольклорные коллективы. Но хотим сохранить это название «Живой родник». Именно тот родник, который будет питать и продолжать нашу родную культуру. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».